Дуже хочемо, щоб ви допомогли нам зрозуміти процеси, які станом на зараз відбуваються у Сирії. Що робить Ізраїль і чому? Та? І чому сирійська карта може стати, знаєте, такою костяшкою доміно, яка от візьме і запустить той принцип, що повалить, може, і російський режим? Израиль сейчас предпринимает, начну именно с этого, предпринимает максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность границы на уровне микро, ну и вообще сделать ситуацию для себя в Сирии, скажем так, несколько менее потенциально опасной. Что здесь подразумевается? В плане границы есть сообщения о приближении к Дамаску и тому подобные панические, частично ложные слухи. Есть, Израиль выдвинулся и занял более-менее всю буферную зону между странами, которая существует с 1974 года. И это сугубо тактика, то есть на случай того, если опасные элементы действуют в Сирии, в том числе на юге Сирии, и джихадисты, и разного рода неподконтрольные никому группировки, и подконтрольные группировки, все это может представлять опасность вторжения или обстрелов, и здесь важно занять более выгодные позиции, например, те или иные высоты, отодвинуть просто границу на некоторое время. Все это временные меры, правда, временные могут оказаться и долгими, иди знай, что будет в Сирии, но никто на Дамаск не наступает, и никто не собирается захватывать территорию Сирии до Дамаска. Второе направление действий – это уничтожение военного наследства режима Асада. Советское наследство никто не уничтожил, и сегодня оно идет во всю вход для агрессивных целей. В Израиле абсолютно никому не надо, чтобы, в общем-то, враждебный Израилю элемент силы, а джихадисты ни в коем случае, джихадисты и вообще те, кто пришел к власти, не являются дружественными Израиля силами, чтобы у них был этот военный потенциал, который был у Асада. Это и ракеты разного радиуса действия от 7 до 700 километров, это производство этих ракет, это ПВО, системы ПВО, в том числе новейшие российские. Это, наконец, кое-какие запасы химического оружия и так далее, и так далее. И флот. Все это было уничтожено в заметной степени в последние часы и дни. Сотни ударов, не менее 300 ударов было нанесено. Беспрецедентная по масштабам операция. В том числе корабли, потопленные в порту Латакии. Кое-что, естественно, осталось, как не без этого. Я думаю, кое-что добьют еще из того, что можно добьют в ближайшее время. Но, в общем и целом, это так. Еще одна незаметная для глаза активность – это попытки навести контакты с теми или иными силами в Сирии, чтобы эти контакты помогли. В первую очередь, это друзское меньшинство и курдское меньшинство. И кое-кто из сирийских повстанцев, особенно тех, кто находится возле границы с Израилем, потому что с ними уже имели определенные отношения на другой фазе гражданской войны, когда Асад взял верх в том случае. Это как бы израильская составляющая. И, конечно же, есть множество других составляющих. И вот здесь мы приходим к тому, почему это важнейшее звено вообще не только в ближневосточной политике, но и в мировой, наверное. Потому что режим Асада это был важнейшая составляющая иранской оси. Иранская ось лишилась с падением режима Асада одного из главных своих козырей, я имею в виду Тегеран. $1,050 миллиардов они вложили в последние лет 12 и больше в сирийский режим, причем самыми разными способами, начиная от людских ресурсов и заканчивая деньгами. Они этого лишились, распалось фактически огневое кольцо, которым они собирались окружить Израиль, ухудшились их возможности в других направлениях, и падение режима Асада, и тут мы приходим к вашему вопросу, оно внушает надежду и другим. Причем падение было своего рода чудесным, когда слабые внезапно атаковали, победили сильных, причем сильных, которых не бросили Иран и Россия на тот момент. В отличие, например, от Афганистана с Советским Союзом и Соединенными Штатами, где Советский Союз и США оставили союзника и на один, здесь даже не оставили, и победа была одержана. Это внушает надежду многим другим силам, в первую очередь тем, кто в Иране. С другой стороны, я бы не очень надеялся на то, что произойдет нечто быстро. Более 40 лет люди надеются на падение режима в Иране. Это не происходит, потому что у него очень сильные прикормленные силовики. И вот здесь мы приходим к российской составляющей. Россия потерпела существенное поражение.
Но в отличие от Ирана, который потерпел поражение стратегическое и важнейшее, Россия в большей степени получила публичную пощечину. То есть здесь есть и военная составляющая поражения, и политическая фиаско. Но на внутренней ситуации в России, как я могу предположить, это сильно не отразится, кроме Z-блогеров и заинтересованных, которые констатируют поражение, либо пытаются преуменьшить его значение. В отличие от того же Ирана, в России нет активной, как я вижу, массы людей, которые выступают против власти нынешней, которые готовы рисковать жизнью, имуществом ради того, чтобы с этой властью побороться. Таких людей мало. Поэтому говорить о том, что что-то угрожает российской власти, я бы не стал. Но на Ближнем Востоке произошло поразительное потрясение уровня раз в десятилетие. И последствия этого потрясения будут, не все они предсказуемы, они уже сейчас есть и колоссальную значимость имеют для всех, в том числе и внешних игроков, и не все кончилось. Правильно я розумію, Давиде, що один з головних бенефіціарів цього кейсу – це турецький лідер Реджеп Таййип Ердоган. Безусловно, но ему предстоит много поработать для того, чтобы в самом деле овчинка оказалась стоит выделки. Он желал свержения Асада, это неудивительно. Кстати, Эрдоган, я хочу напомнить, является исламистом по своим убеждениям, хоть и относительно умеренным, тем не менее. И для него, как исламиста-суннита, тот факт, что в соседней стране суннитское большинство фактически угнеталось алавитской небольшой верхушкой, которую, кстати, многие даже мусульманами не считают, такой вот парадокс. Так вот, для него это было чисто идеологически, эмоционально неприемлемо. Кроме того, естественно, он теперь получил влияние в Сирии гораздо больше, чем раньше. Он надеется расправиться с курдами. Это у него никогда, эта мечта его не оставляла. Тут очень важна позиция Соединенных Штатов, что и как будет. Он, конечно же, рассчитывает влиять на будущую сирийскую власть, но тут я совсем не уверен, что у него сильно получится, потому что, победив, новая власть не совсем нуждается в Эрдогане. У нее уже много возможностей появится, в том числе Саудовская Аравия, не удивлюсь, и Эмираты, и вообще у них границы не только с Турцией. Да и Джулани, глава Хаят Тахрир Ашам, не был турецкой марионеткой с самого начала. В общем, Эрдоган будет играть активно в Сирии, он уже там кое-чего добился. Он, кстати, изгнал, по сути, Иран и Россию, что тоже было для него важно. Еще один момент для него важно – возвратить из Турции энное количество беженцев сирийских, которые там находятся. Не знаю, побегут ли они в Сирию назад в больших количествах, не так там все сладко, но это цель, которую он тоже преследует. И, конечно же, он хотел, чтобы, не дай бог, еще больше сирийских беженцев не побегло в Турцию. По крайней мере, на данный момент, видимо, эти цели будут реализованы. По крайней мере, то, что туда не побегут, и, видимо, начнут, наоборот, даже возвращаться. Максимум 2 хвилини в рамках сьогоднішнього нашого цього діалогу залишається. Давиде, не можу вас не запитати про заклики ООН щодо Ізраїлю, та аби припинила держава Ізраїль бити по Сирії. Це про що? Та, і, ну, це покладання ось цих закликів і співпраця американської адміністрації і Ізраїлю в сирійському контексті. По поводу ударов по уничтожению вот того потенциала, наследства Асада, о котором я уже говорил, они придут к своему логическому завершению. Уже большая их часть фактически реализована. Дальше, разве что по мелочам, тут все понятно. Дальнейшего продвижения просто так ради продвижения не будет. Будет вот это тактическое обеспечение безопасности, причем когда наступит некая стабильность и понимание. Это, кстати, не обязательно сразу. Это, может быть, займет немало времени. Израиль оттянется на позиции исходные, так что здесь нет причин видеть в этом какую-то серьезную проблему. Израиль обязан обеспечивать свою безопасность. После 7 октября сказать, что дуют на воду, ничего не сказать, рисковать жизнями наших граждан руководство не имеет права, и именно этим продиктованы эти меры. Что касается сотрудничества США, оно есть, оно тесное, но очень многое изменится, не знаю в какую сторону, может быть в лучшую, может быть в несколько иную. Уже с приходом Трампа осталось ждать недолго, и это, конечно, тоже важнейшая дата и для всего мира, и для всего региона. Многое поменяется, а дела здесь происходят крайне важно. Ми будемо споглядати, і ось більш розлого, якщо ви відгукнетеся на запрошення на стрімах на YouTube-каналі Прямого, ми поговоримо про це з вами, Давиде. Спасибі вам велике за те, що знаходите час бути з нами, та дараба.